Привет! Меня зовут Электоратор, и это The Battle! МС слева, представьтесь! Зирик МС, это все знают, зачем представляться? Хорошо, мы поняли. МС справа, представьтесь! Оксимиронов. По итогам жеребьевки начинает Оксимиронов! Поехали! Джирик МС, первый парень на Руси. На эстраде голосист, на маскараде потусил. Чего ради ты носил мандат и статус депутата? Мастер церемоний, тамада скандалов, клоунада. Строишь правдоруба от Российской Федерации, но это лишь синдром вахтера в рамках мелкой фракции. Веры тебе нет, голос и совет, твой с ядром единодушен. Не авторитет, мой второй куплет заберется тебе в душу. Ой, однозначно, голосуй за ЛДПР. Мы партия обещаний реально клевых дел. Чем больше идей, тем выше вероятность того, что сбудется хотя бы 5%. Лучше, чем ничего. Да что вы ко мне пристали, негодяи? Вы не выбирали меня, как демократы. Я до почек либерален. Я подарю вам свой пиджак. Смотри, какой крутой рукав. Отстаньте от меня, канали. Я здесь главнее всех глав. Вечный хватит терпеть без конкретных действий. Потешный, ну хватит хрипеть. Играешь неестественно. Мы снизим ставки по кредитам. Твой кредит доверия так низок, что народ тебе не верит, как не верит. Я не слышу тебя, я вообще никого не слышу. Мне ни к чему голоса людишек, лучше пусть напишут. Я каждому подарок сделаю, можно сказать, с плеча. Одеколон и многоженство, вам не заставить меня молчать. Вот помню, в 80-х меня как-то накрыла печаль. У меня про это книга цитат есть, можешь прочитать. Еще Зюганов не прав, конечно. Пусть ваши это распространят, а я на майбах свой сяду и уеду в закат. Лучше бы с Серегой продолжал куплеты исполнять. Это не твой путь, ну как не можешь это ты понять? Ни программы толком нет, ни результатов. Только одни ужимки, выкрики, подарки да футболки. Да, это был крутой батл. Кто победит, решать народу.